Это не здесь. Да? Ой, а может это кто-то за занавеской спрятался? Так, сейчас посмотрим. Так. Никого. Ой. Добрый вечер, дорогие мои друзья. Юля, здравствуй. Ой, добрый вечер. Тише. А что, у нас что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Просто послушай. Слышишь, поет кто-то. А кто это поет и где, непонятно. А мне кажется, я знаю, друзья, откуда доносится это пение. Откуда? Точно, это отсюда песенка раздается. Ой, а кто же это поет? Вы знаете, мне кажется, что это сверчок. Мой старый знакомый из сказки про муху. Итак, друзья, слушайте. В одном городе на улице утренней зари был магазин. И не простой, а музыкальный. В каком же еще магазине мы могли бы увидеть гитару, флейту и балалайку? А владельцем магазина был сверчок по имени господин Бокер. Очень милый и умный сверчок. В тот день все было как всегда. Только петух пропел 8 часов, как господин Бокер проснулся. О, кажется, уже утро. Пора открывать магазин, сказал он, потом выпил чашечку кофе и отправился продавать музыкальные инструменты. Не прошло и 10 минут, как в магазине появилась покупательница. Да, мне именно сюда. Доброе утро. Меня зовут госпожа Жужу. Я гениальна, и мне нужен музыкальный инструмент приятного тона, чтобы он не издавал грубых и резких звуков. Такой инструмент у нас как будто имеется. И, возможно, это скрипка. Прекрасно! Именно о скрипке я и мечтала. Давайте ее сюда и приходите сегодня на мой концерт. Он состоится ровно в 3 часа. Да не вздумайте опоздать. Вероятно, она думает, что на скрипке можно заиграть сразу. Ах, какое это заблуждение! Спешите, спешите купить билеты! Сегодня для всех я концерт даю! Меня гениальнее нет на свете! Ах, как я играю, как я пою! В зале собрались любители музыки. Раздвигается занавес, муха выходит на сцену, раскланивается и начинает играть. Все разбегаются. Сверчок у себя в магазине с компрессом на лбу. Как это было ужасно! Такой безобразной игры я не ожидал. Разве это скрипка? На ней невозможно играть. А чего же? Просто сначала этому нужно научиться. Учиться? Вздор! Вы мне продали испорченную скрипку. Возьмите ее назад. В таком случае, может быть, вам поменять ее на трубу? И сверчок так заиграл, что можно было заслушаться. Это как раз то, что мне нужно. Что вы мне дали? У этой трубы ужасный голос. В таком случае возьмите флейту. Нет, это мне не по вкусу. Тогда, может быть, вам понравится виолончель? Не понравится. А рояль? Слишком громоздкий. Тогда возьмите свистульку или барабан, или губную гармошку. Губная гармошка? Ах, какая она красивая. Беру. Кажется, я все понял. От этой надоедливой мухи теперь никому не будет покоя. Спешите, спешите купить билеты. Сыграю я вам на губной гармошке. Меня гениальнее нет на свете. Концерт ровно в 3, не минуты позже. Музыкальный магазин закрыт навсегда. Я уехал, а куда не скажу. Так написал господин Бокер на табличке, которую повесил на дверь магазина. А потом он сел в бричку и уехал. Возможно, думал он по дороге, она когда-нибудь и поймет, что без учения не бывает умения. Вот и вся сказка. Да, бедный сверчок. Ему даже пришлось закрыть свой музыкальный магазин и уехать неизвестно куда. Хорошо еще, что он приехал прямо к нам. И правда. Юль, а может быть, он захочет остаться у нас?
Мы-то отлично знаем, что без учения никакого умения не бывает, да? Правильно! Угу. Пусть остается! Мы ему будем очень рады! Ну что ж, друзья, мы обязательно ему об этом скажем. А сейчас нам пора прощаться с ребятами. Ой, до свидания, мальчики и девочки! До свидания, ребята! Ангела вам хранителя! Без учения нет умения. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи.